Вновь локальный блэкаут в курортном районе. Он сегодня остался без света на 40 минут, причем в довольно напряженные утренние часы, когда многие еще собираются на работу. Более того, сбой в электропитании привел к тому, что на время отключилось оборудование центральной водонапорной станции Зеленогорска. Правда, ее быстро запитали от резервного генератора. Повторюсь, без света район оставался менее часа. Специалисты Курортэнерго разбираются в причинах аварии. По предварительной информации, энергетики проводили плановое обслуживание линий, которое стало причиной аварийного отключения. Сейчас свет в домах уже есть.